Доброе утро, друзья. Проснулся, лег спать вчера в 5 километрах, можно сказать, от Мампанга. Двигаюсь в сторону Бангкока, в сторону Малайзии опять. Ой, палатку уже поставил, да, в 10 часов вечера. Вот палатка стоит. Даже не знаю, по-моему, какой-то отель небольшой. Стоянка. Ну, сходил, попросил кипятка, думал, выгонят. Ну, ругаться будут. Никто ничего не сказал. По-моему, с хозяйкой немножко пообщались. Как обычно, спрашивают, с какой стороны. С какой стороны. И куда двигаюсь. Стандартные вопросы здесь. Сейчас не знаю. Пойду, наверное, в сторону заправки. Чуть-чуть вернусь, там где-то 500. Хотя телефон у меня практически заряженный. 88%. Но есть Wi-Fi. Бесплатный, так сказать, там пароль есть, но пароль я вчера записал, то есть забил в телефон, сразу телефон с автоматом подключил. Но есть шанс часик еще посидеть, полностью подзарядиться и выходить на трассу, ехать дальше. Ну, собраться мне 10 минут, кофе попью, соберусь по-быстрому и все-таки, наверное, дойду до заправки, как говорил. Да заряжусь чуть-чуть, потому что впереди по моей остановке, по моему плану, где я остановлюсь, это километров через 80 деревня, и непонятно, какой там будет тест. Что будет? Будет ли возможность? Хотя в Таиланде около любого села может быть. Но мелких деревня в городах села не попадается. А крупнее чуть-чуть город, их тут куча. И пока вот замечал, я говорю, я в северном Таиланде первый раз замечал, ну, очень мало попадается около села в свободных визитах. То есть визитка есть на улице, но обычно подключены. Аппарат для оплаты с мобильной связью и весы. Ну, весы многие говорят, что можно на время отключить, пока заряжаясь. Ну, как бы я не сторонник этого, потому что в Малайзии не я отключал, а в Малайзии там был подобный случай. Кто-то отключил весы, я поставил телефон, смотрю, свободная визитка. Поставил телефон на зарядку, в итоге мой телефон выключили, воткнули. Ну, в общем, так, короче, маленький мне пакос подставил. Конечно, не стоит. А пока пью кофе, и все-таки, ладно, я не то говорю. Ладно, вот такой вот отель, где я ночевал, тут какой-то брут, больше на болото похож. Стоянка, парень убирает. Ладно, пока видно будет, что будет дальше, двигаться куда. А на этом все.
Пошли за кипятком. А вот и кипяточек. Съемка запрещена, но я зашел с камерой, кипятка набрал, вышел. Все проулыбались, помолчали. Но я по магазину не ходил. Но это довольно-таки для заправки крупноватый Теска. Ой, Теска, сори. Простите. Селон. Ну, выбор. Редко такие на очень больших заправках попадаются. То есть выбор тут товара первой необходимости большой. Поэтому есть чем закупиться. В общем, город Конгха. Вот говорю, то ли парк, то ли будущее, что-то все строится. Вон слоны, динозавры, что-то слоны там, вон памятник какой-то. Ой, сейчас пойду за кипятком, попью кофе. И если что, побегусь, посмотрю, что здесь, расскажу вам. Ну, в принципе, от Лампанга я недалеко отошел. Ну, всего 12 где-то километров. Ну, а пока иду за кипятком. Добрый вечер, друзья. Добрался до города Конгха. Если правильно сказал, вроде правильно, Конгха. Ну, палатку уже поставил, маленько видать. Даже не знаю, то ли территория школы, то ли какой-то парк, он какая-то местная достопримечательность стоит. Но поздно уже, поэтому на осмотр пойдем завтра с утра, так как она буквально вот тут, в 50 метрах. Никуда ехать далеко не надо. Вон трасса. Вон моя любимая заправка ПТТ, где есть 7 и Амазон. Ну как любимая, то есть с утречка кипяток в 7 без проблем. Амазон, интернет и зарядка. Ну с вечера я был там, посмотрел. Визиток свободных нету, по крайней мере в 7. Будем надеяться, ну телефон почти полный. Будем надеяться, что в Амазоне розетка есть, то есть часок можно посидеть, подзарядиться. Ну, а пока всем спокойной ночи, удачных дорог. Я тоже спать устал за сегодня. Стоп я бы не сказал. В Лаосе намного стоп лучше был. Встретил, кстати, на заправке встретил украинца, парня с Украины. Зовут Александр. Он, говорит, тоже не в восторге от стопа, говорит, от границы добирался 40 километров целый день. В итоге, говорит, взял билет на автобус, там что-то за пару долларов и доехал. Так что не только мне не везет со стопом. Ну, сегодня я нисколько не проехал, прошел пешком 12 километров, так что устал. Немного есть. Ну, поэтому я спать, время 9 часов вечера. Завтра, думаю, если это территория школы, завтра не думаю, что допоздна. Да я и не привык уже поздно спать. Проспайся часов 7, максимум пол восьмого. То есть, если это территория школы, то тут, наверное, будет с утречка народ. Так что вставать рано придется.
Ну а пока еще раз говорю, всем спокойной ночи, удачных дорог, приятных трасс. Ну вот, зубы почищены, умыты. Идем еще раз в туалет. А я уж показывал в предыдущем видео, не в предыдущем, вернее, в начальных видео, где в Таиланде можно помыться и постираться. Вот заправка. Вот магазины. А он сел. То есть заправки в Таиланде довольно-таки приличные. Можно и умыться, и зубы почистить спокойно, и даже и стираться умудряются. Ну, одежда чистая. Два комплекта еще лежит, шорты, брюки чистых. Ну, а сейчас, наверное, допью остатки кофе. Ой. Попробую попросить маленько денег и подвигаться дальше буду. Ну, а пока я пойду за кофейком, за кипяточком, точнее сказать.